Так, всех приветствуем. Грета, еще раз освети свои вопросы. У меня очень болит поясница, защемленный седалищный нерв, беспокоит шея, грудная клетка, колено. В общем, мне больно передвигаться. Хочу двигаться. Полотенчик можно? Нужно. Хорошо. Так, шортики тянутся, все тянутся, да? Ложись, голова, животики, лапки. Носки они не мешают. Ой. Чуть выше, чуть-чуть выше. Все-все, руки вниз. Ты же помнишь, что больно страшно, то говори, хорошо? Мы Грету уже не первый раз ремонтируем, поэтому она все знает. Или забыла? Все знаю. Ртом вдох-выдох. Еще вдох-выдох до конца. Все, все. Ты боишься? Да. А что ты боишься? О, нашли. Шейка тоже можно крутить, когда хочется. Вправо-влево. Ртом глубокий вдох. Выдох. Не дышать. Терпимо, нормально? Нормально. Хорошо. Не, просто опять тут доберусь. Глубокий вдох, выдох. Нормально? Так, Грета, вот так. Подожди. Жду. Дальше. Еще легче расставь выдох. Все, все. Вдох-выдох. Дальше. Угу. Все, путем? Угу. Ты иногда можешь разговаривать, подавать признаки жизни. Еще. Сколько мы уже расправку делали, ты не помнишь? За всю жизнь. Ну, самая конкретная такая отправка, это была первая, а вообще... Нет, тогда 4 сеанса сходила. Дальше. Смотри вот так. Протяни воздух. Ничего не бойся. Дальше. Голова не кружится? Нет. Дальше. Да. Еще. Ну что, мы можем начинать, да? Можем начинать. Ты помнишь, любую секунду мы сделаем паузу, понятно? Готово? Терпи. Нормально? Расслабь. Про перерыв помни.
У нас тут дел хватает, поэтому надо будет чуть потерпеть. Расслабь. Стоп. Стоп-кадр. Расслабь. Готово. Что там? Стой. Стою. Ой, блядь. Ну, потерпеть чуть-чуть надо. Пока захочется, можно, ты все знаешь. Эмоции будут выходить. Наш копится в голове все. Потерпи, ладно? Нам необходимость. Один и все. И будем в другом объекте. Все, 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 все. Можно подремать теперь. Все нормально? Легкий вдох, выдох. Там на руке штучки. Дальше. Вдох, выдох. Не напрягай. Вдох, выдох. Готово? Ждем, ждем. Можно пореветь. Сейчас мы позвонки раздвигаем. Расслабь, еще немножко осталось относительно. Ай. Жду. Не напрягай. Три раза осталось. Хорошо? Как будешь готова, говори. Один раз остался. Я жду, жду. Сколько надо? Все, все, умница, умница. Руки можешь так, можешь под голову ложить, как тебе больше хочется. Жду, сколько надо. Потом
Нормально все. Ты умница. Ну, что делать? Что делать? Улыбайся. Вас снимает скрытая камера. И не скрытая тоже. Сегодня первый раз услышала, как они туда-сюда ходят. Кто именно? Позвонки. А, позвонки. Давно у нас уже не было правки, да? Вообще. Ну, если честно, она не нужна была практически вот последние полгода. Там что-то копилось и вылилось недели три назад. Тебя больше года, да, не было в ТОПСе? Да. Слушай, не могу найти штучку, которую обещала привезти. У меня вечный ремонт там. Ну, я обязательно ее найду, отправлю. Какую штучку? Да, мы там делали как-то. Лапку? Как часто вообще пробивать? Ну, вообще в идеале по-нормальному. Люди ходят 5 раз с небольшим промежутком. Потом через полгода. Вот. Ну, после этого сразу начинают пить траву, душицу. Она должна организм еще очистить через лимфы. Это если мы говорим про вот общее состояние организма, чтобы он был здоров, активен. А если смещение убрать, они убираются сейчас с одного раза, как правило. Потому что с одного раза нельзя остеохондроз весь продробить. У нас же остеохондроз все сковывает. Вот в чем момент. Не так, Грета? Я походила. Далеко. Далеко, да. Руки вот так под лобик ложи. Под лобик. Да, удобно тебе более-менее? Еще потерпи, сейчас будет больно. Правая сторона – это просто что-то с чем-то. Слушай, кстати, забыла сказать, плечо постоянно влетает. Плечо будем дергать уже. Ты все знаешь, да. Ты еще потерпи. Нормально? Так, на шее надо будет сидеть, делать, терпеть, хорошо? Мы ее не сможем полностью в идеал сделать лежа. Настя тоже как хотела приехать, помнишь? Помню. Но не получилось, но сказала, что планирует все равно съездить. Садиться. Не-не, лежи. Ты ни о чем не думай, лежи, отдыхай. Так, руки вниз.
Голова не кружится? Ну, не попали. На нас поезд еще будет. На бок ложись потихоньку ко мне лицом. Не помню. Вот так. Да, это мне давай. Спать собралась. Сделай вдох-выдох. На другой бок. Хорошо. Потихоньку. Руку под голову. Жду. Еще разок. На спинку. Голова не кружится? Нормально. Все, все, все. У меня с кишечником такие проблемы начались. Да, мы сейчас любые вопросы решим, конечно. Что там еще? Яхта плохо заводится, да? Посмотрим сейчас, да, чуть-чуть время, сейчас доберемся. Так, сейчас дерну, не бояться. Чуть отсюда, ага. Расставь лапку. Ну, готово? Грей, да ну. Расставь ее, расставь. Давай мне часики. Просто расслабься, расслабься. Все, все, зубки вместе. Сейчас чуть дернем и все, не бойся. Еще легче, 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 еще. Все нормально? Просто расслабь и все. Это, ни о чем не думаю. Не зажимай. Ну. В чем дело? Ты все знаешь. Подожди. Я жду. Стой сейчас. Да это Сережка, видимо, больно мне. Ухо. Мы ее сейчас обойдем. Отпусти. Ну. Присаживайся на краешек сюда. Лапки скидывай. Голова не кружится? Как у нас самочувствие? Живы пока? Как будто побили. Ну тут с этими не поспоришь. Закрывай глазки. Чуть потерпи, хорошо? Чуть-чуть. Готово? Я тебя поймаю. Два раза еще. Сознание не теряем? Ну, чудно. Один. Все, все, все. Крути теперь шейки по большому кругу, как хочешь. Любые. Острый период. Плечо будем дергать уже. Еще разочек стоя. Как шейка себя чувствует? Шея прекрасна. Это не моя. А чья? Скелета? Так, а ну-ка встань. Потихоньку.
тебя эта рука болит? Да. Сейчас все дерну, не бойся. Ни о чем не думал. Все, 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 все. Стоим. Угу. Иди вперед баночком. Ко мне лицом. Лапки шире. Тянись до пола смело, ничего не бойся. Теперь до одной лапки. До другой. Мы еще не все проверили. Резко с головы крутанись. Отлично. И в другую. Ух. 10 раз приседаний, не торопясь. И слушай, колени и крестец. Поехали. Сразу фитнес, все у нас. Да, 5 месяцев без зала. Больно приседать, да? Не, мне, честно, мышцы, ну, и вот самому плечу. Ага. А так вообще я хорошо. Хватит. Хватит. Теперь крутись, вертись, проверяй. Наклоны, повороты, все проверяй. Слушай, плечо прям заметно лучше, но... Болит. Так, кроме плеча, как у нас еще? Мне хорошо. Пока все хорошо. Кроме плеча. Угу. Присаживайся, пожалуйста. Чуть потерпи. Так, я тебя не держу, держись. Расставь. Маленький синячок останется, если не переживай. Ничего страшного. Нормально? Да. Потерпи чуть-чуть еще. Все, 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 все. Оно уже стало воспаляться. Угу. Вот этого желудка. Сейчас мы его аккуратно выведем. Насколько можно. Все, 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 все. Так, не падать. Так, сейчас плечико проверь. Можешь встать, можешь так, как тебе хочется больше, только не прыгай. Делаем все, что можно. Там еще может оставаться боль. Подожди. По-моему, классно. Ну, боль, конечно, внутри все равно. Это воспаление чуть-чуть, а что? Видишь сустав сам? Да. Я его постоянно вот так в последнее время чувствовала. Я же из-за чего не смогла ходить. Да, что плечо постоянно с воспалением вообще, ну, сейчас по-другому. Спинка тоже хорошо? Спина вообще классная. Пока что. Присаживайся. Скажи ей, чтобы она там сохранилась в таком состоянии. Сохраняйся. Доброе утро. Доброе утро. Это наш специалист по иглоукалыванию. Да. Что ты там принесла? Батон. Зачем? Ну, у вас без батона вообще есть какой-то. А, правильно. Фух. Правильно. Чтобы не было сегодня сквозняков, это важно. Хорошо? Дай Бог здоровья, можно одеваться. Во благо. Всем пока-пока.